едем к ледникам, но пока что проезжаем вот такие вот безрадостные, скажем, виды. Вот. Сегодня мы уже проехали 50 километров. Где-то через километров 15 будем уже становиться на стоянку. Вот. Перед городком с очень странным названием. Там нас ждет магазин, возможно, заправка, где мы сможем посидеть, подзарядиться, поработать, погреться. Вот, сегодня очень такой промозглый день. Можете глянуть, в каких перчатках я еду. Они непромокаемые. Так что руки сухие, они в тепле. Но они даже называются мотоциклетные. Вот. Так что перенял опыт. Ух, всем привет. День, кажется, 9. Заехали вот на такой каньон по дороге к ледникам. Спуститься к нему сложно. Как видите, все ограждено. Вот, но мне удалось полетать на дроне. Самое интересное, когда летаешь, то все подходят, и потом его сложно посадить, особенно когда ветер. Вот. Погода в целом хорошая. Сегодня повезло. Посмотрим, что будет дальше. Ну, там капал небольшой дождик. Даже никуда не хотелось ехать. Но ехать надо, потому что, как я уже писал в своих постах, мы немного не успеваем Рейкьявик своим ходом, поэтому придется где-то на севере брать подвозку, там автобус. Смотрим, как это у нас выйдет. Вот, но пока что план немного сокращается в плане маршрута, но все равно надо успеть, чтобы доехать. Хотя бы 40 километров в день, вместо ранее заявленных 60, чтобы успеть до Рейкьявика, поэтому посмотрим, разрешать Бог. Такой вот водопад, у нас было наконец-то куча воды, очень много воды, мы себя не ограничивали. Едем к ледникам, вот мама собирается, уже где-то час дня мы все собираемся. Зато до 12 едем. Зато до 12 едем, а едем почему? Потому что выезжаем в час. Вот, так что начинается день, мы в хорошем расположении духа, еда есть, правда, до ближайшего магазина километров 190, но мы запаслись, в общем, поехали. У нас 11 день. Мы хотим запустить дрон. Сегодня погода отличная, солнце по сравнению с тем, как мы вчера приехали. Шел дождь, было очень холодно и неуютно. Расскажи, сколько градусов было? Градусов 6. А по ощущениям минус 10. Но мы согрелись камнями, горячим супчиком, так что все нормально. И сегодня мы хотим запустить дрон, посмотреть, что там дальше. Вон какие-то ребята что-то снимают. Так что все хорошо. Все живы, здоровы относительно. Так что все нормально.
День 13. Не знаю, как меня слышно. Ветер просто выдувает с дороги. А, мы едем к городу Хёбен. Едем к городу Хёбен. Там есть магазин. Мы уже где-то 4 дня не видели магазинов. Вот. Сегодня мы планируем доехать почти до него. И завтра утром заехать там, зайти в БЗС, посидеть, подзарядиться, зайти наконец-то в магазин, немного передохнуть. Сегодня мы относительно много проехали, почти 55 километров. Ух, ветер очень мощный. Мы как раз выехали из зоны ледников. Ух. И не знаю, что с ветром, но он очень мощный просто. Вот, так что конец связи, в общем, едем.